В Донецком цирке «Космос» при поддержке Министерства культуры ДНР 4 ноября презентовали новую увлекательную программу под названием «Цирк. Страна чудес». Вас ждет неповторимое путешествие в мир настоящего волшебства. Каждый номер новой программы не похож друг на друга. Своим мастерством посетители приятно удивляют веселые и отважные собачки, которые своими навыками поражают не только самых юных зрителей, но и их родителей. А гвоздем программы «Цирк. Страна чудес» стал номер многократного рекордсмена книги рекордов Гиннесса, самого сильного человека планеты Дмитрия Халаджи. В чем особенность программы? Я говорю, каждый цирковой номер в любом жанре – это маленькое чудо, потому что это демонстрация каких-то сверхвозможностей человека, результат гигантского труда. Цирковой артист всегда показывает в любом жанре свой номер легко, непринужденно. И еще раз повторяю, что каждый жанр – это маленькое цирковое чудо. Ну, если немножко подробнее, ну, трудно сказать, мне каждый номер дорог. Вот, прежде всего, хотелось бы обратить внимание, что здесь работает вот, наш постоянный партнер, это Российская государственная цирковая компания. Львиная часть программы у нас проходит вот, при участии их артистов. Но эта программа отличается, это сборная программа. Здесь артисты из Молдавии, Украины, я не оговорился, России, естественно, Молдавии я уже называл. И, конечно же, участвую всегда в каждой программе. Я стараюсь, чтобы хотя бы 1-2 номера были из местных наших исполнителей. Каждые выходные в период с 4 ноября по 10 декабря посетители цирка ждут профессиональные выступления воздушных гимнастов, акробатов, жонглеров, а также номера самых веселых клоунов Юрика и Гоши. Алина Черняева, Владислав Лем, Новороссия ТВ.